Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Наш сьогоднішній гість – президент і капітан жіночого хокейного клубу «Королеви Дніпра», дворазова чемпіонка України, альтернативний капітан жіночої збірної України з хокею з шайбою Тетяна Ткаченко. Вітаю, Тетяно. Здравствуйте. Тетяно, у жовтні 2016 року ви разом з однодумцями у місті Дніпрі заснували жіночий хокейний клуб «Королеви Дніпра». Розкажіть, будь ласка, хто виношував цю ідею і як народилася така самобутня команда? Ну, идею вынашивали на самом деле все девчонки, которые занимались хоккеем и которые хотели бы себя реализовать в нем. Мы имели возможность тренировок только с мужчинами совместно, да, и не имели возможности соревноваться. Когда появился этот чемпионат, первый был объявлен о том, что будут собраны команды, мы решили, конечно же, команду свою сразу же создать и участвовать в ней, и только победить, что и сделали. А вот расскажите, будь ласка, про себя, вот какими видами спорта занимались в детстве? Я занималась фигурным катанием, как и большинство, кстати, девушек, которые пришли в хоккей. Это хорошая база и, ну, возможность уже... Один из навыков, который есть, нужен для хоккея, он уже, в принципе, получается, как базовый есть для фигуристов. Это катание. А дальше уже идут навыки работы с клюшкой, с командой, тактики, теории, в общем, все такие моменты. А, до речи, кто был вашим первым тренером, тренерами в фигурном катании? В фигурном катании Людмила Петровская у меня была тренером. Она сейчас тренирует детей, мне очень приятно ее встречать на ледовой арене. Вот, я была у таких тренеров, как Дмитрий Шкиченко и Картек. Ну, в общем, известные тренера в то время, и школа была очень хорошая, известная, фигурная. Очень жаль, что сейчас не такое развитие, конечно, у фигуристов, но я надеюсь, что в ближайшее время все-таки появятся дополнительные арены и будет возможность всем видам спорта развиваться. А коли и как пришли в хоккей, убрали вот самый хоккей? Абсолютно случайно я вернулась на лед, попробовала себя, скажем так, на спор с друзьями и просто вышла на лед и одела хоккейную форму. Не смогла больше расстаться со льдом и продолжила тренировки каждый день и стала хоккеисткой. А за что полюбили цей вид спорта? За динамику. За динамику, за скорость, за способность принимать решения очень быстро, но молниеносно. Это очень быстрый вид спорта. И, знаете, можно сравнить с шахматами, но только на льду. Но очень быстро. І, до речі, в хоккеї відразу видно, хто переміг, хто ні, рахунок на табло. Да, так, да. У фігурному катанні все залежить від суддів, від арбітрів, да, котрі да. ставлять бали, там, да, оцінки. Так, є такий момент, да. Большой. Тут забив шайбу, забив на одну шайбу більше, ніж суперник, і все, ти большое переміг. Большое отличие, да. І ще самый важный момент, що тут взаємодействие в команді, понимаете, ти не можеш сам выиграть, ти можеш тільки вместе з командой это сделать, і каждый із игроков должен для этого что-то сделать. Те, кто забивают шайбы, нападающие, иногда там защитники, да, ну, бомбардиры, они это делают не индивидуально, они это делают благодаря тому, что есть хорошая оборона, да, тренерский состав там, и все члены команды, которые для этого сделали свой вклад. Повернемося до команди «Королеви Дніпра». Хто грає в команді, як приходять у жіночий хокей? Девочки на сегодня приходят в хоккей в младшие группы. Уже мы год как основали детскую хоккейную команду «Днепр Квинс Кидс». Там есть девочки, которые от 8 до 14 лет занимаются там и тренируются вместе с мальчиками и вместе с нами, с девочками. То есть мы как бы оказываем шефство над ними, да, помогаем им адаптироваться и помогаем на льду в первое время. А затем они уже вместе с командой мальчиков принимают участие даже в соревнованиях и тренируются ежедневно. Также организованы турниры, мини-турниры для девочек, для того, чтобы они привыкали работать друг с другом, да, и, к счастью, в других странах ближних к нам есть такой момент, такая возможность. Вот, в Украине такой турнир проводится раз в году, в этом году он будет проходить в Днепре, поэтому я вас приглашаю посмотреть на это действие, это будет замечательный такой фестиваль. Среди девчат? Да, детского женского хоккея. А когда это будет? Это в конце марта будет проходить в неделю каникул, детских каникул, 28 или 27 числа, мы еще решаем с датой, ну,
конечно, вас обязательно пригласим, вы посмотрите на такое замечательное событие. И все ж таки, как было сформировано в 2016 році от склад команды «Королевы Дніпра»? Ви перед тим, як вирішили брати участь у чемпіонаті України, проводили тренування у вас? Да, конечно. У нас первый тренер был Александр Лаломов. Он помог нам сформироваться, да, получить понятие о хоккее. Сколько у вас было? У нас было 10 человек из Днепра. Нас было еще 4 легионера, и мы добавили в команду. И со временем, с момента начала чемпионата и до конца, к нам присоединилось еще 5 девушек. То есть мы заканчивали чемпионат, у нас было уже 20 человек. И с каждым годом, с каждым турниром, с каждой победой о нас узнают все больше людей и больше девушек приходят. Сегодня тренируется 25 человек. Сегодня готовы войти в чемпионат 25 человек состав девушек. Есть много новеньких девушек, которые пришли и попробовали себя не фигуристки, а прям вот, знаете, уже интересуются люди, там смотрят наши там игры или посты, подписываются к нам в социальных сетях и просятся посмотреться. Есть девушки, которые из других городов обращаются, видят нас, тоже говорят, мы хотели бы принять участие, будьте в вашей команде, посмотрите нас, пожалуйста. Приїжджають навіть от на просмотри, да, такі от. Ми дійшли вже до рівня просмотрів, це хорошо. Повернемося до історії. Команда «Королеви Дніпра» була чемпіоном України у сезоні 2016-2017 років. Фінал чотирьох завершився 8 березня у Києві. Саме тоді «Королеви Дніпра» стали першим чемпіоном України жіночого хокею. Пригадайте, як це було? Весь сезон і фінал чотирьох. Це потрясающе. Вообще события для нас, во-первых, это история. И, до речи, в первом чемпионате брало участие 5 команд, да, так? Да, да, было больше. Это самое большее. Было больше команд, было участников. Больше борьбы, было больше азарта, было, все это было впервые для нас. Это, конечно, было мега сложно финансово, потому что, мы столкнулись с полным финансированием себя же. Вот, и нам было очень сложно. Но, несмотря на это, желание победить, желание быть лучшими и желание все-таки наше название оправдать, вот, мы по-королевски зашли, все игры выиграли и получили золотые медали. В финале промогли Україночку Київську с рахунком 4-3. Как склався финальный матч? 4-3, лише... Перевага в одну шайбу. Да, это был очень сложный счет, и было много волнений и переживаний. Счет был 1-1, 2-2, 3-3, то есть он друг за другом шел, мы отвечали друг другу на забитые шайбы, и уже в последнем периоде, к концу игры, девушка из Белоруссии, которая играла за нас как легионер, она забила победную шайбу. И это было уже окончательно, потому что оставалось до конца игры там совсем немного времени, по-моему, меньше 2 минут, и уже сложно было сопернику ответить на это. Хотя в хоккее шайбы забиваются и за 20 секунд, и за 10, но скорость полета шайбы, да, вы знаете, превышает 100 км в час, поэтому можно успеть все сделать. Но достаточно сложно в игре, конечно, за 2 минуты сделать какой-то раскат, нападение, там нормально отстроить все. Тем более волнение, тем более это уже третий период, усталость. В общем, это была, конечно, фееричная победа для нас, запоминающаяся. Як ми сказали, у першому чемпіонаті, окрім вас, змагалися ще одна дніпровська команда «Дніпровські білки», потім «Україночка Київ», «Пантери», «Харків», «Лавина Кременчук». Зараз, вже в наступному чемпіонаті було менше учасників. Мабуть, важко утримувати команди. Команда – це… Це, мабуть, не дешевий такий. Так, так, це не найдешевий вид спорту, точніше, найдорогий, я думаю. Але нам дуже складно фінансово було. І всі проблеми, які у команд зараз виникають, не тільки в Дніпрі і по Україні, це тільки фінансові питання. Хоккей стал популярен, мы все-таки добились результатов, да, люди на нас обращают внимание, есть предприятия, которые сегодня хотели бы сотрудничать и становятся партнерами не только команд, но и чемпионатов. Вот. И мы с помощью таких предприятий, таких людей, мое предприятие тоже принимает участие в этом,
в помощи спорту. Вот, мы бы хотели, мы обращались к днепровским предприятиям, чтобы они с нами сотрудничали. Но вот как-то Днепр то ли еще не привык или не понял, как это использовать, но спортивный маркетинг у нас вообще не работает в стране, к сожалению. Но мы вот стараемся о себе рассказать, мы стараемся показать аудиторию, которую мы захватываем. Она не маленькая, особенно если включать социальные сети и трансляцию матчей. Вот, и приглашаем к партнерству компании, которые хотели бы разместить свои логотипы или просто поучаствовать в помощи спорту. Ну, хокей не дешевий вид спорту, а навпаки дорогий. От зараз не існує поки що команда «Лавина» Кременчук, так? Да, Дніпровські «Білки» теж поки що. Ви, до речі, у третьому чемпіонаті не брали участь. Ну, поки що давайте поговоримо про другий сезон. 17-18, «Королева Дніпра» знову вийшли у фінал чотирьох, але в підсумку фінішували другими. Перше місце у харківських «Пантер». Як ви зробили, які висновки ви зробили от з другого сезону? Вы знаете, второй сезон был для нас таким более спокойным, менее амбициозным. И больше желания, конечно, было у финалиста, у победителя победить. Ну, вот действительно, ну, есть такая поговорка, да, побеждает тот, кто больше хочет победить. Конечно, есть определенные там факторы, моменты, но это был хороший такой длительный сезон, в котором мы получили опыт, в котором мы еще больше познакомились с игроками, с девушками из других городов. Где-то нас даже это сплотило. И уже в третьем сезоне, когда мы уже собирали сборную, уже это помогло нам взаимодействовать вместе. Опыт мы получили. Ну, с каждым годом, да, уровень хоккея украинского растет, женского. Да и детского тоже, я мама хоккеиста, поэтому я наблюдаю за этим ежедневно. Растет уровень хоккея, и это не может не радовать, и это приятно. Да, может быть, где-то там вверху в командах высокого дивизиона ребята жалуются, что вот и сборная выступает там не очень хорошо, хотя мальчишки и мужчины, да, у нас и юниоры выступают, и взрослые ребята. Ну, стараются из всех своих возможных сил, но развитие все-таки есть. Детей приходит больше. В этом году 2012 и 2011 года детей пришло в два раза больше в хоккей, чем когда-либо. Арена забита детьми. Кататься им на самом деле негде. То есть, ну, у нас одна всего лишь ледовая арена, она не вмещает уже то количество детей, желающих, которые хотели бы играть в хоккей. Это хорошая конкуренция. И к этому всему еще приходят девочки. И, ну, это нас очень радует. И, конечно, мы их с удовольствием встречаем, объясняем, рассказываем. У нас есть специально, у нас есть раздевалка женская, во-первых, да, мы ее предлагаем девочкам. Мы предлагаем форму. У нас есть фонд обмена формы, которую мы создали нашей командой с помощью депутатов. Мы закупили эту форму и предлагаем детям, которые только приходят, мы сразу их одеваем, чтобы не было большого финансовой нагрузки на родителей. Поэтому все это развитие. И, конечно же, это обращает внимание и на нас, и на сам вид спорта. И как бы ни говорили, что он там не первый у нас в стране, да, все ориентированы на футбол, где-то на бег, где-то еще на какие-то виды спорта. Вот, но мы верим в то, что хоккей все-таки имеет право на уваження, на внимання і на восхищення. А, до речі, цікаво, сину скільки років, якого року він народження, в якій команді він тренується зараз? Он 7-го года рождения, ему 12 лет, он выступает за команду «Кременчук» сейчас, находится там в интернате и выбрал для себя уже профессионально занятие хоккеем. А чему «Кременчук», чему не Днепро? У меня не было возможности здесь наладить такой быт, который предложила кременчукская команда. Вот. И в Днепре я вам уже сказала, что гораздо больше хоккеистов, ну, большая конкуренция, и не все дети могут принимать участие в соревнованиях. Для того, чтобы получать игровой опыт, было принято такое решение, в первую очередь им, он уже взрослый парень и разбирается, что ему нужно. Вот, я могу только поддержать. До речі, у вас два чемпіонські титули у сезоні 18-19. Ви грали за команду «Україночка» київську, а разом ще було з вами там декілька хокеїсток з нашої команди «Королеви». «Королеви Дніпра» не брали, мабуть, із фінансових причин. Так? От, що це був за сезон, що це був за досвід?
як здобували перемогу, як вам було вже, ну, что вы чувствовали у нового для себя коллектива? Ну, во-первых, в качестве легионера это было, да, ну, необычно. То есть ты арендованный игрок, это не твоя команда, и ты должен принести результат. Вот этот момент, как бы этот опыт был очень интересным. Я не скажу, что это было сложно, потому что когда ты нацелен на победу, ты нацелен на победу, не над кем-то, а просто победить ты хочешь. Поэтому ты выкладываешься полностью, ты все свои возможности, все свои там профессиональные качества тоже применяешь, вот, и достигаешь результата. И результата, конечно, мы достигли, я очень рада, что получилось, и мы помогли команде «Украиночка» получить золотые медали, к которым они стремились несколько лет, потому что киевская команда все никак не получалась. До речи, в первом сезоне вы их переиграли, а в третьем сезоне помогли, да. Допомогли. Вот, какие последние новости перед стартом чемпионата Украины сезону 2019-2020, ви все ж таки зібрали всі сили в кулак і зараз будете виступати королівами Дніпра. Які останні новини, ким вдалося підсилитися перед стартом сезону, які цілі, задачі на цей сезон? Самая важная и сенсационная новость о том, что с этого года в чемпионате Украины могут принимать участие девушки, которым 14 лет. Выполнилось. Ранее в регламенте и в положениях были ограничения до 15 лет. Мы очень хотели и старались, чтобы все-таки допустили девушек более младшего возраста. Почему? Потому что девушки, которые занимаются сейчас уже по 3-4 года в хоккее с мальчиками, достигли таких результатов, такого уровня, который уже не то чтобы сравнился с девушками из чемпионата, а где-то его даже превышает. Поэтому мы хотели дать шанс девочкам, чтобы они участвовали вместе с женщинами в чемпионате. Им потребно играть, иметь игровую практику. Да. Да, а так они, получается, должны участвовать с мальчишками. Возраст в это время, это уже U15, это взрослые мужчины уже, и у них уже есть силовая борьба, что тоже опасно для девушки, для такого возраста. Но все равно девчонки участвовали, все равно они зарегистрированы в чемпионате, в мужском были, ну, в юниорском, не мужском, извините, ошиблась. Вот, но мы очень хотели, старались несколько лет эту ситуацию мы там пытались поломать, но, к счастью, нас услышали на сегодня, и все команды из Украины могут применить этот регламент и заявить девочек 14-летних в чемпионат. В этом году за нас выступит Полина Лубенец, известная девочка из Днепра, ей 14 лет как раз, она участвует уже 2 года с мальчиками в чемпионате. Вот хорошая перспективная девочка, она очень хотела, она ну, фактически родилась в нашей команде, ее мама катала с нами первый сезон, мама Татьяна Лубенец, номером 25, и вот и сохранилась майка для Полины, и теперь Полина будет выступать под номером мамы. Ну, в общем, там история такая интересная, да, и для фильма да, достаточная, но Полинка родилась вместе уже с нами. Уже свои традиции. Конечно, да, она все это видела, смотрела и хотела тоже участвовать, и всегда об этом мечтала, и вот в этом году ее мечта осуществится. Вот это сенсационная новость для всех девчонок, хорошая перспектива, потому что во всех городах те девчонки, которые растут, они понимают, что им ну, минус год, то есть они скоро попадут уже в чемпионат. Также они смогут в сезоне попасть... 19-20 так уж будут 3 клуба, как у 2 попередних? Да. Да. А есть перспективы в Украине, чтобы больше все ж таки развивался женский хоккей и больше команд брали участие в змаганнях? Ну, если на нас обратит внимание больше влиятельных людей, людей, предпринимателей и городских властей и окажет ну, помощь хоккеистам, я думаю, что однозначно будет и 5, и 6, и 7. До речі, жіночий хоккей же ж входить у програму зимових олімпійських ігор, да, так? Да. Потрібна увага і Національного олімпійського комітету, мабуть, так? Ну, наверное, да, но пока сборная команда України начала свой путь і попала із кваліфікації к чемпіонату мира в сам чемпіонат в этом году, сборная выступит в Исландии и будет сражаться в дивизионе 2Б. Вот. И я думаю, что с этого момента, даже с прошлого года, когда украинская команда вошла в квалификацию, выиграла без поражений все игры и прошла ее победно, так знаете, уверенно, я думаю, что обратили внимание и должны уже все-таки как-то оказать нам не только помощь финансовую, но и протянуть всяческие руки помощи.
До речі, хотілося більше вас запитати про національну збірну, жіночу збірну України з хокею. Знаю, що вона існувала у період з 1992 по 1995 роки, брала участь у двох чемпіонатах Європи, але єдиним здобутком лише були тоді перемоги над латвійками. І потім була така тривала перерва. У 2018-му, так чи ні, було відроджено зборну. Ви зараз, до речі, є альтернативним капітаном, віце-капітан, так. Якщо капітан виходить на заміну, то хтось з альтернативних капітанів бере пов'язку. Розкажіть, от як у 2018-му ви сказали переможною ходою, які були змагання, кого вдалося виграти? Это было соревнование, квалификация проходила в ЮАР, что было для нас, конечно, шоком, когда мы услышали о том, что мы будем принимать участие в хоккейном мероприятии, в хоккейном турнире, который проходит на краю земли в Африке. это был шок. Но на самом деле хорошая инфраструктура. В Кейптаун нас встретил очень тепло. И для нас на первом матче было огромным шоком, когда мы вышли, а на трибунах большее количество украинских болельщиков, чем в ЮАР. Пришла украинская диаспора, пришли люди с флагами в вышиванках и поддерживали нас, и говорили на украинском языке. Это было неожиданно очень для нас и очень приятно. Это была хорошая поддержка, и она сыграла в победе немалую роль, потому что это было все-таки энергетически для нас. Сколько игр ви грали? Ми зіграли 4 ігри. І всі перемогли? Так. От зараз ви готуєтесь до Ісландії. Які цілі у дивізіоні Б2? Ну, у нас ціль така ж, як і в кваліфікації – виграти. І це вам дасть змогу підвищитися у класі? Так. Це буде вже наступний дивізіон, якщо пройти його на першому місці. Тогда ты выходишь у вас из дивизиона. Цель пройти, посесть на первое место. Конечно, да. У нас такая же цель была на квалификации, и такая же цель у нас всегда, когда мы выходим на лед. У нас вообще все команды, девчонки, все очень целенаправленные, целеустремленные и амбициозные. И нету таких команд, я просто поучаствую, поиграю. Поучаствую, проиграю, поиграю, их там просто нет. То те, кто хотят победить, те, кто нацелен на результат, те, кто занимается этим видом спорта серьезно, і вірить в свою команду, ті виходять тільки з побіди. Тобто у нашої збірної все ж таки є перспективи? Звісно, безусловно. Повернемося до сезону. Все ж таки задачі перед королівами Дніпра, які стоять на цей сезон. Хто зараз тренує? Сейчас наш тренер Алексей Короткий, он нас ведет уже 2 сезона, точнее 3 даже, с учетом того, который мы пропустили. Кстати, тот сезон, который мы пропустили по финансовым причинам, мы им хорошо воспользовались, мы тренировались и организовали детскую хоккейную команду, что является перспективой для нашей сборной и, собственно, для нашей команды тоже. Да, задача стоит только выиграть, конечно же, и мы идем к победе, и хотим ее, и безумно сложно возвращаться после перерыва снова в весь этот режим. Но девчонки с радостью и с удовольствием бегут в чемпионат, и все хотят в нем участвовать, и хотят все победить, и, конечно же, получить опыт, и новый уже опыт, потому что уровень, я еще раз повторюсь, он все-таки вырос. Про Лубінець вы сказали, а кто сейчас складает от кистяк команды? Дарья Семиренко, Даша самая талантливая хоккеистка Днепра. Я не устаю об этом повторять. Даша занимается этим видом спорта дольше всех наших девушек в команде и тренировалась 7 лет вместе со своим братом у нас на арене. И, то есть ежедневно, каждый год Даша повышала свой профессиональный уровень. Она одна из самых лучших игроков и самых результативных. Да. А кто еще так ударную силу складывает? Забивну? И захисну теж. Да, я перешла в защиту. Кстати, да, это мое новое амплуа. Тренер сборной увидел во мне больше защитника, чем нападающего, хотя раньше я представляла центр в своей команде.
Вот, и поэтому защиту в этом году мы будем с Викторией Денисенко в паре закрывать. Вот, у нас еще есть пара защитников, хорошая Виктория Лаломова, она с первого года основания в нашей команде, она фигуристка и цирковой артист, тоже сильная девушка, и очень ее отец Александр Лаломов, наш первый тренер. Ну, масса девчонок вообще хорошо подготовлены. Я боюсь, знаете, всегда, когда задают вопрос, назовите кого-то, хочется назвать всех, потому что каждая девушка, она ну, уникальна. Каждая девушка сильна в чем-то своем. И когда ты кого-то не перечисляешь, у меня какое-то такое чувство немного совестно перед ними, потому что каждый из них огромная молодец. Ви тренуєтесь у льодовій арені на набережній Заводській. От вистачає часу? Скільки разів на тиждень ви тренуєтесь? О котрій годині розпочинаються тренування? Это самый больной вопрос, потому что я уже вам сказала, что очень большое количество детей тренируется на арене. И мы, конечно же, в первую очередь они занимают лед. А мы, как коммерческая, скажем, структура, нам выделяется лед только после 22:00. Мы тренируемся ночью. Мы тренируемся два раза в неделю на свое время. И также вечерами просим возможности мужские команды, которые тоже после 22 принимают участие, ну, тренируются, просим их взять нас на тренировку, там, 3-4-5 человек, чтобы мы получали опыт. Это большая проблема со льдом. Скоро, через неделю, разольется уже лавина, коммерческий каток, да, с которым мы тоже тренируемся, сотрудничаем с ними. Делаем там мероприятия, вот, и ну, там есть определенные отношения, ребята нас пускают там тренироваться. Мы не бросаем там, там нельзя бросать, там стеклянные ограждения, поэтому мы занимаемся техникой, разрабатываем там тактику и занимаемся катанием. То есть технические тренировки проходят на лавине в зимнее время, а игровые тренировки проходят на ледовой арене, где есть единственная возможность. Но выстачая нам ледовых арен, так? И категорически, это очень большая проблема для воспитания новых спортсменов и для удержания старых, да, скажем так, чтобы была у них возможность тоже развиваться. Ну, прям вот, знаете, ну вот яблочку негде упасть. Ну, вот, вот очень-очень плотный график. И заливка даже происходит, по-моему, быстрее, чем она вообще должна в природе происходить, потому что следующая команда, следующая. Детей просто, ну, они покрывают весь лед, особенно младшие. Но это здорово, на самом деле. Но ну, очень нужна арена, очень услышать. Слышите нас, пожалуйста, дорогие власти, и восстановите «Метеор» скорее. Таке запитання. От ваша особиста мрія у спорті? Вы знаете, к счастью, мої мечты, они сбылись. И я ими очень горжусь. И на сегодня я мечтаю не о своих достижениях, а о достижениях команды и девушек в хоккее, детей в хоккее. Вообще вот, ну, мне очень хочется, чтобы не только о нашем городе, о нашем городе уже услышали, и пусть дальше слышат, и все днепровские команды от мала до велика занимают призовые места. И, ну, хотелось бы, чтобы флаг украинский подымался все чаще и чаще первым на международных аренах и во всех уровнях, и юниорских, и детских, и взрослых, и женских. Чтобы мы добивались, все-таки олимпийский вид спорта был не только у нас на словах, а украинская команда, и мужская, и женская, выступали на Олимпиаде. Это мечта. И ваши побажання, от все ж залежить від тих, хто працює, от, наприклад, у хокеї, в інших видах спорту. От ваші побажання юнакам, які почали займатися спортом, роблять свої перші кроки і бажають стати спортсменами. От ваші побажання. Нужно работать над собой, никогда не останавливаться. Есть такое хорошее выражение, чтобы чего-то добиться, нужно проработать над этим 10 тысяч часов. Вот возьми упражнение, отрабатывай его, и обязательно получится. Если ты что-то делаешь, результат всегда будет. Поэтому я желаю им терпения, сил, целеустремленности, никогда не останавливаться на достигнутом, идти только вперед и... Только Дніпро, только победа. Дякую за те, що завітали на програму. Спасибо вам. Дякую за щирі відповіді. Наприкінці програми наше традиційне побажання. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.